Итак, дорогие друзья, позвольте мне показать нашу примерочку. Оленька моя любезно согласилась все-таки это сделать, хотя это было против ее воли. Но тем не менее, вот что у нас с вами получилось. Чуть-чуть ручку вот так сделай. Посмотрите, как сидит это все спереди. Меня вполне устраивает это все. Единственное, вот эту складочку я помечаю себе, что я ее передвину немножечко в центру. Потому что, посмотрите, они отошли у нас далеко в сторону, и как бы так явно их не видно. И хочется обе складочки немножко подвинуть. Поэтому я кусочком мела вот так вот пометила здесь эту отметочку. Потом я переметаю эту складочку, передвину. Также мы посмотрели и решили, что нам нужна длина немножечко покороче. Вот такая у нас будет длина. И поэтому я вот здесь сделала вот эту отметку. Горловинка нам понравилась, и я уточняю плечика. Посмотрите, плечики немножко спускаются у нас. Почему я никогда не выметываю рукава? Сразу, потому что мне надо уточнить линию проймы. И я беру и линию проймы вот так вот уточняю. Оленька, повернитесь, пожалуйста, спинкой. Так, так, так. Мы показываем спинку. Посмотрите, как у нас сидит спинка. И я продолжаю уточнять вот эту линию проймы со стороны спинки. Чуть-чуть приподняли ручку и отрисовали эту линию проймы. Стараемся ей попадать в верхний уголочек подмышечной впадины. Здесь у меня все заколото. Тут у меня будет молния. Поворачиваемся обратно. Так, и накалываем наш рукавчик. Рукавчик у нас уже заметан по линии низа. Берем в руки правый рукав. Находим рассечку, подворачиваем и прикалываем к уточненной линии проймы. Совмещаем эту рассечку с плечевым швом и делаем первый вот такой вот укольчик. Затем расправляем наш рукавчик, подгибаем еще 1,5 сантиметра припуска и ставим вторую булавочку. Вот так. Это у нас пойдет посадочка. Теперь спиночкой то же самое делаем на спинке. И ставим третью булавочку. То есть тремя булавочками. Сейчас, Оля. И тремя булавочками я это все прикалываю. И смотрю потом на то, что у нас получилось. Вот, допустим, вот так вот я хочу уже немножко подвинуть свой рукавчик. Это все пойдет на посадку. Повернись, пожалуйста. И вот посмотрите, какой у нас будет рукавчик. Мы уже согласовали с Олей, что он нам нравится по ширине и он нам нравится по длине. И на этом, мои дорогие, наша примерочка заканчивается. Можем показать еще раз спинку. Давай, Оленька, повернись. Вот такая будет у нас спинка. С этой стороны я ничего делать не буду. Вот так выглядит на спинке наш рукавчик, только приколотый. Все.